пойдемте с нами. Проходите. Так, стульчик. Здравствуйте. Садитесь. Так, вот смотрите. Щебень с доставкой. Количество 150. Потихонечку, подожди. Угу. Щебень с доставкой 20 тонн. 15 КАМАЗов 150 тонн. 13. Так. 211. Это все одинаковое. Да, это один экземпляр ваш, один наш получается. Что... Угу. Так, мне выписывать также на вас? Да, на Устинова. Устинова, да? АВ. Угу. Так, грузоположение. Ты обговори все условия, о чем мы говорили. Сейчас я ему по телефону позвоню. Ну, записать надо будет. Какие машины, за какими... Даже порядок поставки. Так, ну вы оговариваете, я-то не это, я чисто по расчетам. Да. Устинов. Так. Сейчас занят пока. На что составлено-то у вас? Это на щебень, на один и на другой. На один, да как ты заказал, да? Счет фактуры, да. Так, сколько этого крупного щебня? 150 тонн, мелкого 20 тонн. Получается 170. 170 всего, да. Ну, не мелкого, а там, кстати, с железной дороги, которая отсыпка. Так, это уже документы составлен, добавить нельзя туда ничего? Еще что-то добавить? Ну, да. Я не знаю, мне как сказали. Ну, можно добавить еще машины на две. Хорошего? Хорошего. Ну тогда другой. Леша тут как менеджер выступает. Пишите, только, поэтому мы заказ выполняем и отчет даем тоже. Потому что я сюда не исправлю уже. Ну да, раз уже в этом. Ну давай, ну, значит, еще так еще. Только делать. Чтобы вес был одинаковый, ну. Нет, хороший. Так а вы оговорите, а то я напишу. Это. А мы рассчитываемся, какая разница? Ну, я вот сейчас по телефону. Вы это... с Ведякиным? Да. Оговорите, если что, я напишу, что это. Ну, это, мы крупного на 200 претендовали, вот, поэтому получается. А, вот здесь что это? Да. Мы 200 не сможем, так, а Леша, вот чуть-чуть еще получается. Держи. Еще 26. Да все, наверное. У меня там еще. Ну, еще добавь два КАМАЗа. Сейчас. Посадитесь, заполните. Это отдельно составить придется. Ну да, потому что на заполнение. Да, ну то вы сделали, как говорили, а теперь да. Мы посмотрели. Вы видели песок завезенный на трассе? Каких шоферов хороших послали? Ага. Что у вас там сегодня со светом? А света нет. Вообще. По всему мамонтову, да. Сейчас организация не работает. Мы поехали на трассу. Сейчас поехали? В земельный, но... А. Мы уже съездили с Сиреной. Поэтому и фактуры от руки. Ну да. Сейчас поговорим. Строго обговори. Только когда дадут сигнал, пока грейдер у нас не разгладит, чтобы не накладки не получилось. Сейчас поговорим. Вопрос такой, можно параллельно или нет? Какой? Что у вас там сегодня за день? Хитрый финансовый. Все, какой-то. Пересчитай еще, Леша, как следует. Чтобы не быть должными. Ну, этот Георгий говорил. Ой, я не знаю, мне вообще сегодня дали выходной. Да? А потом просто это... Что поехать надо, сказали забрать расчет. Пожалуйста, дождитесь ответа.
Не будет. Не, пишите, пишите. Ага. Нет, нет, еще показания. Наверное, очень важно. Там в городе? Ну. Так, это вы еще хотели... Так. А, вот этого хорошего, 170 тонн. Еще 20, да? Да, еще 20. То есть тонн, количество 20, 1300. Тихо, не 20, а это... А, ну или надо было 170 записать. Нет, ну 150, вам всего общее количество 170? Да, да, да. Но нет, я... вот здесь вот 170, и еще, а это 20, это этот грязный? Нет, это 20 вот это, а я вот это вот дописываю, 20 по 1300, который крупный, да? А, вот отдельно, в смысле, отдельный все, фактор, все, а я думаю новое что-то, да. Нет. Все, вы же специалист. Так, а теперь он мне звонил. Ага, Анатолий Георгиевич, значит, вы это, ну, бухгалтер приехал, вот, я сейчас все, передачу денег снимаю на камеру, включил телефон на громкую связь, значит, мне от вас нужна гарантия, смотрите, какие, доставка щебня только по нашей команде, когда нам это нужно. Когда грейдер разгладит песок. Вот, дальше, значит, мы... Тут получается 150 хорошего, еще 20 тонн добавляем, 170 тонн возьмем. Хорошего. Да, хорошего, то бишь 17 КАМАЗов. Подожди, Бог, сколько вам надо? Вот, и, ну и по весу, естественно, чтобы мы там это не и проверяли. Скажи, который плохой в конце. Обязательно, обязательно. И этот... Хорошо. И этот, который в железной дороге, это в конце, я скажу потом, в конце его. Угу. Потому что... Скажи ему, потому что он будет сыпаться на конце дороги, иначе не проехать. Этот 20 тонн с железной дороги. Все, да, это в конце я дам команду, и вот, два КАМАЗа. Угу. Ну все. Поблагодари за шоферов песка. Значит, общая сумма, что-то там получается 237, что ли? 211. 237, все. Значит... Понятно. А это благодарность за водителей, которые песок возили, очень хорошие ребята. Вот. Все, давайте, с Богом. Угу. Ему приятно, как начальнику, что такое люди работают. Так. Так, последний документ мне положите, пожалуйста. 20 тонн по 13. По 1300? По 1300. 26 тысяч. Всего вот такая сумма, 237 тысяч. Угу. Считаю десятками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 200, 1, 2, 3, 30, 37 надо было, 3 тысячи сдачи. 40, 3 рубля, 3 тысячи сдачи. 3 рубля, сейчас найдем где-нибудь вот так, и 2 тысячи сейчас дам. Хорошо, пересчитывайте. Так, что нужно добавить? 2 тысячи надо. Я сейчас добавлю. Хорошо. Я вот так, можно соберу? Берите. Так, ты хотел куда, идти домой? Ну, я хотел домой идти. Нет, тогда мне вот здесь надо посмотреть, вот тут, в этих есть, нет, в бумажках моих. Так, подожди-ка, я это вытащу. Да нет, тут ничего нет. Там нету? Ну, давай домой так. Сейчас бегаем. Да нет, у меня где-то лежали здесь, подожди.
А ну как в этой бумажке нету? Нету, да? А вот в этой. Все. Нашел, да? Да. Две выйти. Назад. Я не знаю, где одной рукой-то тут. Отлично. Все правильно. Так, я вам оставляю все, ваш экземпляр. Полный расчет, да? Да. Да. Без обмана и чисто. Нам понравилось, как работает ваш начальник. И если дальше так будет, то благословен Господь. Ага. Только если вы там рядом будете, проследите, чтобы без разрешения дам... нашего не выезжали. Обязательно. На денежку же дам вам бумагу. Так, никто не поедет никуда без нашей команды. Все, это обговорили. Да, да, да. А это у меня, видите, грейдер пока, он комбайнер. Как только непогода будет, они тогда дадут. Ну, также от вас пишу, от Устинова, да? Да, да. Да? Ава? Основание, защебень. Так, Алёша, отвлекись сюда. Сейчас я освещение написал. Печать поставить. Ножик, если нужен, вон нож лежит на столе. Не, а тут... Можно отрезать ровно. Тут вашу эту... Вон нож подай. Отрежь что ли? Это то, что вы деньги дали. Я вам корешок оставляю, это только наша печать. Вот это ваша. Ну, это наша. Это наша. Здесь вы не ставите свою печать. Квитанция, вот, 237 тысяч, все это важно. Мне тоже отчет давать. Так, вот, это ваши спонсоры. На эти. И еще один. И один. Ну, тут, я не знаю, подпись. Я, Леша, расписаться все, распишись. Свою поставлю. Ну, ставьте свою, конечно. Свои поставлю. Давайте подписи за всех. Вот так вот, что это. Это вот на 26 тысяч. Это на 20. Все. Так, а тут вы мне... Проверь еще раз документы свои. Тут вы мне... Все. А на дополнительную бумажку-то, которая тонны, не надо это? Нет, это за на деньги. Это чистая денежная хорошо. Бумага. Я приспросил, чтобы потом вдогонку не звонить. Все дадут, я все это сделаю на компьютере. Угу. Если вам надо компьютерную, мы передадим компьютерную. Да не надо, нам этого достаточно. Вам это достаточно? Же тоже документы, конечно. Ага. Ой, куда-то я меня повезла. Ух ты ж, ух ты ж. Тряпочка дайте. Со стола не убрали, да? Ну все, вашему начальнику привет и скажите, что его два селезня мои ждут. Селезня? Да, и до утки он пообещал купить. Говорит, лично приеду. Хозяйство. Я его за язык не тянул. Ну, спасибо. Все, спасибо, Христос вам, пойдем. Вот скажите, видели песок, скажи, который привозили.
за поворотом. Макаром не заблудитесь. Нет. Счастливо вам, с Богом. До свидания.